Квадратные метры жительница Шымкента Ужалгаз Жанызбаева арендует. В мае молодая семья получила ключи от долгожданной квартиры. Сейчас семейство живет в микрорайоне Шымкент-Сити. Ужалгаз мать четырех детей. В очереди на жилье женщина стояла 7 лет. Наконец-то мы чувствуем себя дома. После того, как мы получили дом, мы начали его обживать. Для молодых семей это очень важно – встать в очередь на арендное жилье. А как иначе строить свое будущее? Семья Жанызбаевых платит за квартиру всего 8300 тенге в месяц. Небольшая плата за крышу над головой – большая помощь молодой семье. Правда, изначально в квартиру не провели газ и отопление. Но Ужалгаз не унывает. Говорит, лишь бы было где жить. Тепло обещали подключить, газ тоже. Это же новый дом, мы потерпим. 2019-й объявлен в стране годом молодежи, поэтому в Шымкенте работающие молодежи до 29 лет предоставят почти 900 квартир. В целом до конца года будут сданы в эксплуатацию 16 арендных жилых домов на 898 квартир. Строительные работы подходят к завершению. По городу Шымкент всего строится 24 арендных дома. Из них до конца года планируем сдать 16 898 квартир. Из них по молодежке, по рабочей молодежке 304 квартиры, а по многодетным 352 квартиры. Был уже сорвадором нас обоинча. Для работающей молодежи рассматривается жилье без права выкупа. Этот конкурс будет проходить по программе «Жастар». Документы принимаются до конца года. Претенденты не должны быть старше 29 лет. Иметь постоянное место прописки в Шымкенте больше 2 лет. На них не должно быть зарегистрировано никакой недвижимости за последние 2 года. Рассматриваем документы в течение 5 дней. В Шымкенте 4024 граждан зарегистрированы в списке на получение жилья. Этот список растет с каждым днем. По сравнению с прошлым годом он вырос на 3,3%. Но несмотря на то, что строительство набирает темпы, очередь из желающих получить квартиру двигается медленно.